Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, мы продолжаем проходить Beyond Oasis, и в прошлой серии нам нужно было добыть ключ, и мы пропустили сундук, который находится на нижнем этаже, но, находясь на верхнем этаже, мы не могли его взять с помощью тени, потому что, ну, так, в принципе, сделать нельзя. Скорее всего, мы что-то пропустили здесь. Судя по вашим комментариям, какая-то была платформа, которую я не заметил. Какой-то островок. Тихо. Ну-ка, попробую через низ пройти. Оп. Вот здесь где-то. Вот где-то здесь, наверное. Оп. Да, вот здесь я не был точно. Такой скрытый островок. И эти штуки мне не дадут нормально перепрыгивать. Поэтому пока мы их не уничтожим, нам смысла мимо них идти нет, я думаю. Да, они, конечно, подбешивают немножко. Но... что поделать? Уж такие они монстры, вот эти вот. Оп. Оп. Еще одно. Так, а если я сделаю сальто, то... то, скорее всего, упаду. Тень, смотрите. Заметьте, если ее не трогаю, то практически энергии она не требует на поддержание. Вот. Такс. А, вот и он. Да, и тут тот самый ключ. Тут тот самый ключ, который нам нужен. Давайте покормим тень яблочком. И, в принципе, сами тоже покушаем. Вот так. Но, заметьте, у нас жизни... жизни уже не так много. Возвращаться нам все тем же путем. Оп. Так, поехали назад. Ой-ой-ой, ну да. В прыжке она не может поглотить урон, как я понимаю, да? Вот иногда нас сбивает, иногда нет. Я такую вот заметил вещь. Оп. Оп. Поехали. Тихо, тихо. Бомбочки. А что, почему? Супер. Металл. Супер. Сколько тут? 30 штук. Тихо. А где лучше идти, там или тут? Вон, видите, нас... вон оно чего. А из этого можно растение вызвать. Понял. А нам тут не нужен. Все, я понял. Ребята, я понял сейчас. Из огня мы вызываем... Тут что? Смотрите, приколюха. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты чё? Дружище? Как бы его... Я вас понял. Давай вот так сделаем. Вот так. Во. О, тень. Тут и тень. Тут, смотрите, все четыре... элемента. Ну и Фрид слишком крут. Он сам, видите, сражается. Очень удобен. И это надо взять, скорее всего. Металл. Это что? Это смерть. Кого мы возьмем с собой? Я думаю, знаете, кого надо взять? Скорее всего, водичку. А, ну по ней еще попасть надо.
Потому что лечение нам надо. Опа. Не просто так это все тут. А, это... Головоломка, что ли? Тихо, 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 подожди. Вода, огонь, тьма. Вода, огонь. Да, тьма и зелень. Ну, правильно, да, действительно. Что-то где-то открылось. А где? А во! Опа! Добро пожаловать, золотой нарукавник! Ты на границе между миром теней и миром людей. Тут ты не сможешь использовать силу нарукавника. Вот и пришел конец твоему путешествию. Так, но бить ему надо... Во-во-во! По глазу? А чтобы глаз открылся... Смерть. Так, я могу и умереть, слушайте. Чтобы лучше скушать. Давай грибок. Опа. В смысле? А каждый раз надо? Ой, неприятный босс, еще черные дыры открывает. А, можно по этим глазам бить. Я вас понял. Ну да, тот же глаз закрыт, все правильно. Дай ударить. Пожалуй, один из самых неудобных боссов, серьезно. Жесть. Опа. Сейчас. Оп. Лечиться надо, ребят. Убьет ведь. Оп. Сейчас, сейчас. О. Еще один, да? На. Дай ударить тебя, алло. Бамс. Все, смерть. И тут мы, типа, внезапно попадаем в какое-то заброшенное королевство. С довольно такой спокойной музыкой. Я бы сказал, шикарной музыкой. Воу-воу-воу, тихо. Как-то нам надо это... А, они сами умерли из-за этих... шипов. Нам надо бы набрать лечилок. Или просто уйти отсюда. По факту, нам с ними сражаться-то не обязательно. Правильно? Оп. В смысле? Я же сальто делал. Оно же... Я же неуязвим во время сальто. Разве нет?
Тихо. Хорош. Опа. А что-то выпало, смотри. И музыка. Что-то музыка пропала. Ключик. Музыка, пожалуйста, вернись. Музыка. А, во. Вернулась. Так, тут у нас тень. Тень не просто так, естественно. Возьмем. Дверь не открывается. Выключаем. Гейзер. Ага, и кнопочка. Ну, кнопочка понятно как. Оп. А, он правой рукой кидает, да? И что? И что произошло? Дверь, наверное... А, дверь открылась. Все, понял. Тут рыбки. А, рыбки, кстати. Рыбки-то. Что-то рыбки не ловятся как-то. А, туда никак не зайти. Понял вас. Ну, ключик-то у нас есть. Выходим. Ага. Ну и вот как раз. Можно туда и обратно пройти. Закрывается эта дверь. И что-то открывается в другом месте, видимо. А, ну так... Это... Вот это, из этих вроде водичку можно вызывать. Разве нет? Нам надо как-то огонь погасить. А, я знаю, как нам это сделать. Сейчас все будет. Мы можем сделать вот так. Только надо было, наверное, положить. Мы бы получили приколюху. Но уже поздно. Уха! Ты чё? Все, ушел. А, тут огонь нужен. Ты чё? Ящер. Как из этого? Как из Хронотриггера. Да сколько вас? Бесконечно будет. Виноград, хорошо. Но. А-а-а. Угу. Ну-ка. Опа. Теперь сюда иди. Иди сюда. Бам, бам, бам. Все, молодец. Испытание для всех сразу. Ой! О, убивают просто. А, так тоже можно было? Опа. А, из этой штуки можно тень вызвать. М? И все это мы проделали для того, чтобы просто перейти дорогу. Убивают. Убивают. Подожди-ка. Грибочки. Вот грибочки мне помогают очень. Так, тихо. Ключик дадите? Вот эти сильные, кстати, хорошо держатся очень. А ключик-то мне и не дали. Ты посмотри на них. В общем, есть подозрение, что... Что?
Если тут гейзер включен, там он... если тут гейзер выключен, там он включен. Но бомбу кидать... Двойную, вот эту вот, супер, не имеет смысла. Хотя, тут прикол в том, что она может два раза рвануть. Видите, она два раза его... Тихо. Она его два раза включает. И это не очень хорошо. Это нам не очень выгодно. Вот. И вот теперь, мне кажется, все будет правильно. И здесь гейзеры не должны. Да, тут они больше не работают. Понимаете, какая штука? Ну вот теперь мы берем сюда, потом обратно. Включаем кнопочку. Это нам уже не надо. И мы забираем сундук, в котором, скорее всего, ключик и находится. Ой. Вот так. Теперь сюда. И идем нормально уже. Оп. Да тихо, тихо. Давайте грибочек. И это нам уже не надо. Как мы сделаем? Вот так сделаем. Вдруг нам тень понадобится. Оп, и мы в замке. А нас уже встречают, тихо. Супербомбы. Так, а это... Опа, здесь нам огонь нужен, ребята. А здесь нам нужен огонь. А где нам его взять? А вот отсюда можно взять. Ты что? Ну-ка. О! А, ну тут... Давай так сделаем. О, красиво. Давай ему накормим. Ну ты даешь. Давай уж тогда так. Уж чтоб наверняка, да? Да. Ну-ка убей его за это. Что-то выпало. Видимо, правильно, да? Угадал комбинацию. Ключик. А, здесь уже угадывать придется. А здесь нам уже угадывать придется, скорее всего. Только не говорит, что они зареспавнились. Комбинаций тут очень много, я так понимаю, будет. А, мы еще оттуда выйдем. Жесть. Однако. Муха. Эти штуки надо убивать. Они очень мешают. Все. Я что, муху активировал? Серьезно? Вот. А тут нет секретов никаких. Дверей там, может, скрытых. Сейчас мы еще кнопочку найдем. О! Ладно, давай по старинке.
Сюда иди. Хорош. Да тут запутаться можно, серьезно. Это что такое? Дичь какая-то. Тихо. А это зеркало. Да. Вот это нам как раз надо. Ну-ка, тихо. Ну, эту же штуку не обязательно убивать? Или обязательно? Да хорош. А что, я сердечко убил, что ли? Серьезно? О! Супер бомбы выпали. Откуда они вообще все появляются? Отлично. А, и вниз упасть можно, да? Ну, подожди. Во! Вот это мне надо. Только вопрос, а куда я попаду, если я... Вот если меня тут сюда смоет? А, нет, тогда им не упасть, подожди. А, то есть я не могу, да, нажать? Точнее, я... Угу. Я теперь комбинации-то не знаю, какая. Может быть, типа, в разные стороны как-то? Ну вот, угадал. О! И мне опять туда. Не, ну в принципе такая симметричная комбинация, до которой вполне можно додуматься, да? Вполне. Ну как? Эй! Я правда не знаю, зачем тут эти мухи. Делают ли они зло какое-то? Такс. Тень взяли. Теперь. Ну так мы тень взяли. Зачем мы ее взяли-то? Сюда падаем и проходим. Здрасте. Нет, подожди. Мы все понимаем. Хорош. Хорош. Еще принесли. Да, давай. Меня только не ударь. Ты че? О! Динозавр! На шипы! Хорош. Чесночек. Ну и как? Либо шипы выключатся сами. Либо... Нет, смотри-ка. И продолжают ведь. Ну, допустим, так. Уха-ха. Все, пропал. Пропал Ифрит. Этот, конечно, дерет. Смотри, как круто. Очень мощно. Подожди, а как я... я знаю как. Есть только одна возможность. Есть только, ребята, одна возможность.
Да ладно, сердечко. Серьезно? И меня, видите, не отбрасывает от бомб. Вообще шикарно. А куда это? Опа! Так, тут мне это... растение нужно. Мне тут растение нужно, причем по-любому. А, хотя можно было ростком воспользоваться. Ну, иди сюда. Хорош. Да ну! А, нет, тут как бы все нормально, все правильно. Все правильно. Это убирать не обязательно. Что? А, тут... Не обязательно всех уничтожать. Или как обычно. О, печеньки. Оу. Виноградик. Да хорош, как я... Как мне пробраться-то сквозь них? Вы чё? Их же не может быть бесконечное количество. Серьезно, вы чё? Все, я включил. Больше они не придут, наверное. А, все, вот. Давай сундук мне. А ключ? Слушайте, а я вспомнил, что мы тут не были. У нас ключа-то. Опа. Где еще? Тень, тебе надо сохранять. Еще где? Вот тут. Так, тень, хорошо. Тихо. Тень, хорош. Хорошее испытание, да? Это что? Вот хорошая штука. Нормально. И еще четвертый, да? И посерединке. А, не. Ой-ой-ой, а чё их так много-то? Вы чё? Ужас. Еще? Они вообще разные пошли. Сколько вас? А, все, хватит. Грибок, омега, да? А что лучше? Смерть или омега?
А сколько тут? Вот вопрос. Омега 30, омега 12. Давай так будем. Пусть так. Опа. Опасно. Тише. Ничего страшного. Так. О! Так, теперь мы можем, в принципе, быстренько накопить ману. Сейчас мы вызовем тень. Сейчас она быстренько накопится. Мы вызываем тень. Ну, все, достаточно. А зачем мы его вызываем? А, он видит... Да. Смотри, прикольно как. Окей. Подожди, а как нам попасть-то? Или мы только если вот, вот так вот? Все понял. А если... Пойдет. Ключик. Ой, я даже знаю. Я даже знаю. Куда это? О. Все. Отлично, я теперь знаю, куда нам идти. Я теперь точно знаю, куда нам идти. Оп. И тут я заметил, что есть зеркала. Но проблемка в том, что... есть дух-призрак, да, тут... И он может очень быстро нашу тень забирать. То есть нашу ману. Очень быстро. Он прям вот... Как этот. Сжигатель маны. Вот как спастись от него? Видите, что творит? О. Вот когда у нас тень, тогда он и нападает, я заметил. Давай. Ждет ведь, смотри. Видите, ждет. Меч выпал из него. У нас уже этих мечей. Так, ты так не шути, слушай. Оп, до свидания. И все равно, один удар поглощается, второй нет. Печенька. Во, вот теперь нормально. Вот теперь поехали. Так. Вот теперь поехали. Вот теперь поехали. Ключик. Я заждался тебя. Ну что же, это была очень интересная игра, но теперь пора ее закончить. Ты не можешь остановить воскрешение создателя серебряного нарукавника, Агито. А то есть мне по-любому, да, надо с ними сражаться? Так, отлично.
Отлично, золотой нарукавник. Поздравляю тебя за упорство. Поздравляю тебя с твоей же смертью. А ну-ка, тихо. Омега. Воу. Он будет новых создавать, что ли? Серьезно? Да ты серьезно? Как теперь его ловить-то? Как тебя ловить? Алло. Ты победил. Я недооценил твоих возможностей. Но ты не победишь Агита. Он вернулся, чтобы получить обратно свой трон. Да? А назад дороги нет? Нет. Это что? Это серебряный нарукавник. Опа. А мы не можем, да, его ударить? А считается, когда я бью по этим? Щупальца. Надо бить по щупальцам. О, из них еще и... Капуста выпадает шикарно. А если смерть? Ну-ка. Ну нормально, в принципе. Сравним с Омега еще раз и все. Не, по-моему, смерть бьет посильнее. О! Он когда шею вытягивает, тогда и можно по нему бить. Но он, конечно, жутко смотрится вообще. А, и щупалец нужно больше уничтожать теперь. А как они по мне попадать будут, интересно? А, понял. Да. Оно летит все ниже, ниже. Изи, босс. Оу, Али, это ты? Я Гвин, твоя старшая сестра. Я слышала твой голос, но я ничего не могла сделать. Мной словно управляли. Ко мне вернулась моя память. Я чувствую силу, наполняющую мир. Спасибо, мой повелитель, золотой нарукавник. Ты спас Оазис. Но мы должны остаться здесь. Я горд тем, что мы оба дрались за тебя и рядом с тобой. Тебя запомнят на века. Я хорошо повеселился. Телепортер отнесет тебя домой. До свидания, Али. Али, постой.
Я все разрушала и убивала людей. Хотя мной управляли против моей воли, я должна искупить свой грех. Али, расскажи это всем людям. Агита и порождение Серебряного Нарукавника уничтожены навсегда. Они уже никогда не подвергнут Оазис опасности. Позволь сказать до свидания и спасибо, мой брат. Так были спрятаны золотой и серебряный нарукавники. После прощания со своими друзьями Али вернулся в свой мир и унаследовал трон. Королевство Оазис долго и мирно процветало под мудрым правлением короля Али. Вот такая история, дорогие друзья. Дальше у нас идут титры. Да. Да, друзья, титры. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки и оставляйте свои комментарии под видео. Также можете это видео своим друзьям посоветовать. Ну а с вами был Некрос. Всем спасибо за просмотр и всем пока.